первый, у кого был телевизор в Советском Союзе, 60-е, 70-е, 80-е годы, видели Ливона по телевизору. А сейчас с нами живая легенда Ливона Ганеса, ребята! Легенда с нами. Элеонора Булычева, ваши аплодисменты! Я вам очень благодарен, что вы меня пригласили в такое прекрасное общество. Как бы, а то мы с Сопочкой сидим себе в изгнании, она у телевизора, я у компьютера. Это, нам скучно, а сейчас нам весело. Спасибо. Мы сегодня до зари встали. Стали песни сочинять дружно. Что смогли, то и напир сами. Леонору поздравлять нужно. Пьют дождинки по щекам. Юбилярши, скажем, без лести. Для вселенной столько лет мало. Эта баба проживет 200. За столом все друзья, как семья одна. Так давайте по рюмке нальем. Пусть живет много лет Леонора Борисовна. Вот так приму. Выпьем до дна. И еще пару песен споем. Хотела, чтобы в Америке наконец прозвучало мое отчество. Ребята, я мечтала. Здесь я никогда не слышала Леонора вот Борисовна. Вот Леонора Борисовна. Мою мечту. Борисовна. Парни правые, правые, правые. Среди нас есть лысые, а есть еще кудрявые. Гулять мы будем до утра, пусть удивятся доктора. Сегодня можно, что нельзя было вчера. А, забудем про печень. За Леонору нам выпить давно уже пора. И в честь нашей встречи ей грянем дружная гип-гип. Ура! Пускай тебе по паспорту не важно, пускай ты молодость свою, мой друг, не отпускай. Душою и телом для нас ты девушка, ты так и знай.
Tell me what you're dreaming. Let your feelings show. Oh.
Чтобы у нее было все наконец наладилось. Выпьем за Израиль. Выпьем за Израиль, который должен победить. Обязательно. Они обещали в сентябре все закончить. Никогда не было такой долгой войны, и мы очень за это переживаем.